Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем разбирать одну из песен нашей любимой цветочной подружки, которую вы очень много писали в комментариях. Дарья, пожалуйста, разбери. Конечно же, я разберу нашу цветочную подружку. А именно сегодня мы будем играть Алену Швец «Мальчик из Питера». Забавен тот факт, что сегодняшнюю песню «Мальчик из Питера» я буду разбирать, не находясь в Питере. Вот это поворот! Но что остается неизменным, то что у нас есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале. Поэтому обязательно подпишись, если тебе понравится сегодняшний разбор, чтобы мы с вами стали на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. И именно ты, дружок мой пирожок, можешь помочь мне достичь эту цель. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам и линиям. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам. Это романтика полуразваленных стен. Соседка плачет, что ты не достался ей. Хожу в твоей рубашке в свой универ. Я ненавижу его, лучше бы он сгорел. И где-то в три ночи в парадный пасеком два ненормальных человека танцевали рок-н-ролл. Оу, ты будешь очень зол, но я должна сказать, в чем прикол. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам и линиям. Но сейчас погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Сразу скажу, песня несложная, 4 базовых аккорда тут на протяжении всей песни повторяются, но тут есть развитие по бою, об этом чуть позже, начнем как раз с аккордов. Да, скажу сразу, тебе может понадобиться каподастр, если ты его будешь ставить на третий лад, то у тебя будет оригинальная тональность, но если тебе удобно петь и без каподастра, то ради бога играй и пой без каподастра. Погнали с аккордов. Первый аккорд – аккорд АМ, мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Далее у нас идет всеми нами любимый аккорд D. Мы зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. Кому-то удобно, можете играть через три пальца, как обычно я это делаю, но при этом, чтобы у тебя все нормально звучало, тебе нужно вот так вот оттянуть ладонь, то есть сделать ее под углом. Или же можешь играть через барре. Кто-то играет так, но мне не совсем удобно. Далее идет у нас аккорд Фа. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. И последний, четвертый аккорд, аккорд Е7. Мы зажимаем четвертую струну на первом ладу, а третью и первую струну на втором. Получается АМ, Д, Фа, Е7. Вот так вот у нас все и звучит. Итак, если ты будешь играть его с каподастром, то ставишь каподастр там на третий лад, допустим. Ставишь его. И считаешь уже от него, то есть как будто каподастр для тебя это нулевой лад. И мы считаем от него 1, 2, 3, 4 и так далее. И получается АМ, Д, Фа, Е7. Немножечко надо будет приноровиться, чтобы играть. Вот, например, аккорд Д через каподастр. Не совсем удобно первоначально, но потренируйся, все получится. Вот. С аккордами понятно, они будут на протяжении всей песни в этой же последовательности. Теперь, как играть припев? Да, потому что мы начинаем играть эту песню с припева. Рисунок у нас за первым разом припева будет следующий. Мы играем 4, 3, 2, 1, вот эти струны вместе, получается. И ставим заглушку путем... Обратно поставили руку у нас струны. Да, желательно, чтобы звук был такой характерный. Этот... играть у начала грифа, и тогда будет прям вообще оригинал, как у меня. Мы его будем играть, вот этот рисунок 4-2-1, заглушкой два раза на один аккорд. При этом, чтобы у тебя это все было ритмично, отдельно потренируйся играть вот этот вот рисунок боя. Раз, два, раз, два, еще раз. Раз, два, раз, два. То есть мы на раз играем. Еще раз. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. То есть как бы на раз мы играем, на два ставим. Получается раз, два, раз, два. И с аккордами получается...
Если мы будем это еще совмещать со словами, то получится. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам и линиям. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам. Да, на последнюю строчку по проспектам, где есть 7, мы сделаем один раз. Далее у нас идет с вами куплет. Куплет мы уже начинаем с вами играть боем. Бой будет следующий. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. При этом мы с вами его играем на один аккорд один раз. И получается... Если брать это со словами, то получается следующее. Это романтика полуразваленных стен. Соседка плачет, что ты не достался ей. Хожу в твоей рубашке в свой универ. Я ненавижу его, лучше бы он сгорел. И где-то в три ночи парадный босиком два ненормальных человека танцевали рок-н-ролл. Ты будешь очень зол, но я должна сказать. Вот на Е7 последний, где строчка должна сказать, мы сыграем просто удар вниз. То есть, но я должна сказать, в чем весь прикол. Далее мы с вами опять играем припев. Единственное, на первые четыре строчки мы продолжаем играть вот этот рисунок. А на вторые четыре строчки мы играем бой. Один раз на один аккорд. Давай я тебе покажу, как это у тебя будет выглядеть. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам и линиям. И бой. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам и линиям. Второй куплет мы также продолжаем с вами играть боем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Единственная последняя строчка «Запру тебя на ключик в холодный подвал». Мы там сыграем на аккорд Фа и Е7. Удары вниз по одному разу. Сейчас вам покажу, все поймете. Это романтика, где нет букетов цветов. Живем на тысячу в месяц, друг друга любим без слов. Подрался с друзьями, они ко мне приставали. Я вытираю с тебя кровь, вдвоем сидим в жабой ванне. Меня попробуй бросить, тебе сломаю все кости. Любовь тогда вечна, когда ее просят. А чтобы уж точно ты меня в Питере ждал. И вот тут вот запру тебя на ключик в холодный подвал. Далее опять с вами повторяется припев. Помним, что на первые четыре строчки играем. И так далее. А уже на оставшиеся строчки мы играем бой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Давай еще раз повторим. И. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам и линиям. И бой. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам и линиям. Там еще раз повторяется. И. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам и линиям. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам и линиям. Вот и весь разбор. Если тебе понравился этот разбор, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Но будь внимателен, у нас есть целый плейлист разборов песен Алены Швец, поэтому сначала посмотри там, может уже ту песню, которую ты хочешь разобрать, уже есть. Ну а если ты хочешь показать мне все свои укулельные старания, то все очень просто. Берешь любую песню или мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в сторис и отмечаешь мой профиль Даша Кирпич, и тогда я тебя замечу и дам обратную связь. Ну а если ты хочешь поддерживать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь подписаться мне на Boosty, как делают вот эти вот ребята. Спасибо им за это огромное. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!